Так, мы что, начали? Вот мне выпала колода. Да, это колода зомбей. Тут у меня, к сожалению, нету дешевых карт для атаки, поэтому возьму новую. Вот тут появились дешевые карты, которые я могу использовать для атаки противника. Вот у меня мана, у нас же земля. Вот одна мана, у меня сразу есть карты дешевые. Этот могильный выполнен. Его можно воскрешать. Он умирает, мы тратим одну ману на его воскрешение. Вот тут у него есть зона обжига. У него есть такая способность, когда разыгрываются заклинания, ему дается плюс 3 к атаке. Ну, я возьму дешевую, специально такую руку сделаю, дешевую для атаки. Возьму кошку. Она при смерти, когда умирает, противник должен будет бросить одну случайно выбранную карту. Это заставляет противника бесить, особенно когда у них вылетает сильная карта из колоды. У него синяя красная мана. Он играет через огненную колоду. Я черной колодой играю. Тут он думает, никого не призвал. Я ищу его ману. И разыграю его. У него есть такая способность, когда я его вызываю, он смотрит каждый игрок жертвы. Но он отменяет и обратно возвращает мне его руку. Ну, у меня есть карты для атаки, я одного ставлю, чтобы блочил. Иначе 4 атаки урона по мне очень больно. Поэтому я могильную выполню атакую, а кошку я оставлю на тэпе. Вот ему снова мана выпадает, и он снова демона берет. Что-то задумал, видимо, меня атаковать вообще. У него хороший дамаг с заклинанием, с бонусом. Вот он решил меня атаковать, я блокирую, мне это даже на руку. Будет размен. Но в моем случае это выигрышное положение, потому что сейчас противник будет бросать карту. Я сбросил ему хорошую карту. Мне повезло. Ну что, мана. Я снова разыгрываю карту. И сейчас каждый из нас должен будет жертвовать. Но он опять отменяет мою карту. У него бонус появился, а мою карту он в кладбище отправил. Уничтожил. Я призываю еще одного. И могильным выполним атаку. Там блокировать он не умеет. Его блочит. Сейчас будет размер. Снова выигрышное положение. У моего могильного выполнения меньше атаки. Я убил более сильного противника с более сильной атакой. Он сейчас смотрит мою карту, способность, которая позволяет ему смотреть мою руку, мою колоду. Он может предсказать мои ходы. Вот, видимо, посмотрел. Сейчас скоро будет мой ход. Посмотрим, что он будет делать. Ну, те самые феи-чародеи, летающее существо, его можно блокировать только либо летающим, либо существами, у которых не захватывает. Пауки там, по-другому его никак не заблокировать. Вот я снова его призываю. Сейчас он должен будет пожертвовать картой. Ну, мне по барабану, чем жертвует. Ну, пожертвую им. Оп, он не убрал летающее существо. Я могу разыграть выползна, я его воскрешаю с кладбища. Его можно сколько угодно, бесконечно раз с кладбища вызывать.
его минус в том, что он умеет блокировать чисто для атаки. Ему упадает мана. Посмотрим. Ну, никого не призывает. Надо кого призвать. Ну, я, скорее всего, призову предводителя нежити. Всем дается бонус плюс один, плюс один. То есть плюс один жизни, плюс один атаки. Я атакую. Посмотрим, будет он мощный. Блокировать он не стал. Видимо, побоялся потратить свое летающее существо. Блокировать летающее существо нельзя. Но когда блокирует он, по нему дамаг проходит. Ух ты, чё это? Но глушителем так клятий. Ну, он может возвращать мгновенное заклинание к себе в руку. И каждый раз, когда он возвращает и разыгрывается заклинание, дается бонус плюс атаки. Видимо, у него колода собрана так, что дается бонус. Но в данном случае он по мне даже атаковать не сможет. У меня есть предводитель нежити, который дает всем бонус к атаке и к жизни. Я сейчас атакую. Наверное, он понимает, что он проиграл. Вот он блочит летающим существом. Сейчас в данный момент я его убью, а у меня нет. Вот так вот. Очень полезная у меня карта. Предводитель нежити дает всем бонусы к атаке и к жизни. Но он проиграл, это очевидно. ГГ. Это победа. Ну, колода зомби очень сильная, да. Очень сильная колода. Он атакует, я пропущу, потому что все равно мне ничего серьезного не сделает. У него не остается на блоке вообще никого. Он проиграл. У него не было слабеньких карт. Он не мог защищаться никем. О, он отменяет. Интересный поворот. Окей, ладно. Я призову еще одного. Не удается бонус к атаке с жизнью. ГГ. Он проиграл. Даже то, что он сейчас будет блокировать, ему это не поможет. Видите, мне за то, что атакует. И предлагите. Ну вот и все. Минус 11. Минус 15. Отлично. Это победа, и всех с Новым годом, 2014 годом коня. Всем удачи, побеждайте.